Сегодня хочу рассказать вам о канале Алексея Лоскутова, где он делится полезной информацией о здоровье, функциональных тренировках, о питании, о том, как найти мотивацию, о том, как вести качественный уровень жизни и как привести свое тело и организм в порядок. Хотите быть здоровыми, энергичными, спортивными, а не только выглядеть? Подписывайтесь на канал Алексея, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Вы включили это видео, потому что явно хотите узнать, выиграл я соревнование, либо нет. Но вы 100% не знаете, что 4 дня назад я заболел, я просто встать не мог. Блин, у меня до сих пор разговор в нос, вы слышите, да, нос забитый полностью, слабость еще есть. Но вы не знали этого, а вы можете это узнать с помощью того, что подпишитесь на мой инстаграм, потому что все ребята, которые подписаны, они все знают обо мне здесь и сейчас. А на ютубе я выкладываю ролики просто в разных позициях. Совершенно, потому что я снимаю наперед по 10 роликов. Обязательно подпишись в инстаграм и будешь знать все свежие новости. А мы начинаем, погнали. Возможно, кто-то из вас тренировался, когда болеет, и знаете, что организм борется с болезнью, с вирусами и так далее. И, естественно, на это уходит энергия организма, силы и так далее. То есть получается, если ты болеешь, то ты слабее. Не знаю, что получится, выиграю я или нет, но я буду выкладываться по максимуму и, надеюсь, всех порву. Друзья, соревнования, конечно, там необычные будут, потому что обычные соревнования, там есть разряды, МС, КМС и так далее. А у нас в Эстонии такие соревнования, но они пока что развиваются там. Конечно, они с россиянами общаются там по поводу развития этого всего, но у нас соревнования будут следующим образом выглядеть. То есть подтягивание — это 16 килограмм гиря только, и все, 16 килограмм. Кто больше всех делает, там, естественно, судья будет, чистыми надо будет делать. Кто больше всех делает, тот забирает 100 евро. Также на брусьях будет 24 килограмма. Кто больше всех делает, тот забирает 100 евро, то есть по 100 евро и там будет. Я буду участвовать только в подтягиваниях, потому что брусья у меня не особо крутые. У нас в Эстонии есть ребята, которые брусьев столько делают, что это пипец. Сейчас надо заехать в дорогу купить что-то пожрать. Наверное, возьму микс этих орешек с сухофруктами. Самая полезная штука, мне кажется, для пути, для дороги. Купил, короче, как я и сказал, микс вот такой орешков с сухофруктами. И также сок черничный, обожаю черничный сок, блин, буду пить, хоть его и мало, но он очень вкусный. На улице, короче, такой жесткий ветер, что ты едешь, такое чувство, что машину скидывает вправо, то есть в бочину тебе ветер дует и просто скидывает машину, жесть. Ну что, через 3 часа снова увидимся. Ну что, друзья, я приехал уже в Таллин. Сейчас навернем креатинчика перед соревнованиями и пойдем разрывать пуканы пацанам. Блин, как это звучало стрёмно, короче, ну, ё-моё. Суть одинаковая, короче. Разрывать будем пацанов. А, пейте креатин с чем-то сладеньким. Усваивается лучше. Тут, в принципе, в Таллине, как и во всех крупных городах, платные парковки. Сейчас посмотрим. Я не вижу ни одной машины платной, ну, этого, короче, часиков, которые парковочные. Сейчас почитаю правила. Погода сегодня просто великолепная, наверное, где-то плюс 7, солнышко светит, просто космос, просто космос, чувствуется лето уже. Бананы — это, наверное, лучшее, чем можно закинуться перед соревнованиями, либо перед тренировкой, там и калорий, и углеводов достаточно, даёт силы, энергию. Ладно, чё, погнали в зал. Ребят, короче, оказывается, подписчики Сталина есть. А как зовут вообще? Егор. Егор. Артур. И второй, где второй? Здорово. А тебя как Кирилл. Зовут? Кирилл. Классно. Подписчики Сталина есть все-таки, оказывается. Вы тоже на соревнования, нет? Ну, посмотрели. Просто посмотреть огонь.
Блин, какие у них шкафы интересные, смотрите. Странно, первый раз такое вижу. Короче, вот такой вот интересный зал у них. Дофигища просто тренажеров. У нас такого нету. Как темный лес просто. А вот тут будут соревнования проходить. Сейчас уже постепенно начнутся соревнования по силовому двоеборью. Это подтягивание с дополнительным весом плюс 16 кг отжимания на брусьях. Плюс 24 кг победители сегодня получают денежные призы за каждую категорию отдельную. 100 евро денежный приз. Поэтому, может быть, сейчас среди тех, кто занимается в зале, есть желающие принять участие. Подходите, регистрируйтесь. У вас тут возможность выиграть денежные призы. Минимальный хват вот по этим, по пальцам. Указательный? Да. Шире можно, уже нет. Указательный можно собрать. Все минимально. Старт по команде. По команде старт. Паузы вверху не надо, но смотрим прямо до подбородка. Вот это нет. Вот. Счет начинается снизу. После полной остановки. Старт. Остановка. Раз. Два. Ноги вместе, носочки на себя. Давайте поддержим первого участника. Время. Такой фейл лютый слетело, короче. Писец. Подбородок. Жесткая фигня, конечно, там ни малейшей раскачки нельзя делать. И нужно обязательно закидывать и прямо так вниз, блин, смотреть. Ну, жестко, жестко. Не, не затащит 15. Максимум 11. 13 нет,
Блин, я каждый раз так переживаю, когда кто-то делает и доходит там до 14-15, это дико. Что это такое? Он же закидывает вообще подвороты. Что за писец? Он ни одного раза не закинул подбородок. Что за дичь? Этот чувак вообще не закидывал подбородок, у него вот так все время доходило. Я не знаю, считали ему или нет. Если б не считали, конечно, я не знаю, блин. Обязан, короче, вот так прям закидывать. А этот вот так, блин, чушь какая-то. Я думаю, раз пять сделаю. Сложно идет какая-то. Сейчас этот парень первый будет переделывать, у которого соскочил ремень. Братан, я отвечаю, он сейчас пиздец наштампует. Да? 100%. Думаешь, выиграет меня? Ну, я думаю, что он пиздец много наштампует. 17 или 18 повторений, смотрите. Будем надеяться, что нет. Короче, сейчас сказали, что еще владелец этого зала добавит по 50 евро тому, кто займет первое место в подтягиваниях и отжиманиях. Надеюсь, этот парень сейчас не выиграет меня. Делает больше. Амон! Нет, не сделал. 14 сделал, ё-мо! Я чуть не обосрался, когда он так быстро делал. Давай. Сейчас заново, ребят, делаем. Короче, два человека сделали по 15. Кто сейчас выиграет, тот забирает бабки. Эрик Лоренс, Артур Клодов, кто заберет домой 150 евро. Сделал всего лишь, короче, намазал магнезией их, и руки скользили жестко вообще. Нельзя было перебираться, я не стал, но я почти упал, блин. Ну, пацан, не подведи, давай слейте ее. Молодец, как? Не
Я Люка Тымба. Как ты? 5! 12. Блин, а что теперь? Снова сделал 12, да твою мать! Опять ровный счет. Еще раз потягивай. Фак! Дальше. Пополам, да там. Дальше? Ну, дальше тогда. Давай запрыгивай. Можно сделать. Короче, делаем подтягивание заново после брусьев. Сейчас ребята брусья будут делать. Короче, ребят, философия такая, либо все, либо ничего, поэтому... Берем 150, либо не берем 150. Короче, увидим. Спускаемся только после команды другие. Ладос, давай! It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff, pay attention to the facts and forget the media, figure out your own path. Can you figure out love or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact? Go get it, if you wanna go get it, get with it, ain't nobody gon' give it your ticket, gonna take a quick minute, don't quit it, figure out your own limit. Life is a test, the best make progress, figure out what is next and carve a path, yes. No, they never second guess. Take a chance, no regret. If you wanna take a breath, give your blood and your sweat. When everything just breaks from all of your mistakes, don't let yourself feel down. Don't let yourself just drown. Only when you've lost everything are you free to do anything. Only when you lost everything, are you free to... Влад подвел, конечно. Влад, ты подвел, братан. Ты подвел этот город, смотрел стрелу. Я тебя убить должен. Влад, где твой 35? Бля, братан, это наркотики, ночная жизнь, бля, и блюющие тёлки. Ты 14 сделал сегодня? Блядь, 20, но там не засчитали 5 или 6. Мне кажется, я больше сделал. Ну не, чувак, если хочешь, мы сделаем с тобой зарубу, и я тебя разнесу просто в щепки. Дай мне месяц. Давай. И ты отлетишь. Любой вес, брусья, ты и я. Я тебя выношу. Давай летом. Давай. Ребят, я брусья, наверное, снимать не буду. Не особо интересно. Интересно самое подтягивание. Давайте поддержим парней в финале. Поаплодируем. Эрик Норрис. Артур Крылов и начинает Артур Крылов. Я Эйсимес Анатур Артур Крылов. Короче, 12 получилось, нельзя даже ни малейший. В начале рывок вот такой телом нельзя делать, блин, писец. Если я его вначале не сделал, я думаю, затащил бы еще один, да? Figure
Огонь вообще. Не будем затягивать. Первое место в категории подтягивания с дополнительным весом плюс 16 килограмм. Тяжело будет сказать, что занял, и правильнее будет сказать, что вырвал зубами Артур Крылов. Я и себе таков, плюс Лиша Рашкузяга, плюс 10 килограмм, Исай, Артур Крылов. Мощно. Первое место в категории отжимания на брусьях с дополнительным весом плюс 24 килограмма занял Павел Бабченко. Я Эйзин Эзекуа, я Тегю Эркушен, Рыба Скудер Сауэрдош, Павел Бабченко. Видите, ребят, что это такое мотивация? Мотивация – это не поделить бабки, а занять первое место. Вот это мотивация. Я хотел бы попросить всех участников, всех гостей подойти сюда. Давайте сделаем общую фотографию. Пусть нас запечатлят на видео. Все подходите сюда, ребята. Давайте все, кто был причастен, все, кто поддерживал. Подходите все сюда. Вот это мероприятие. Вставайте все сюда! Давайте все сюда, ребята! Куда смотреть? А что? Куда смотреть? Вот там будет. Давайте сначала туда. Победитель. Чисто так, знаешь. Давай. Тебе какой бизнес будет? Всем спасибо. А это крикеры. Сейчас еще один приз от зала заберем. Посмотрим, что дадут. Вот такую возьму, пожалуйста. Она 19 евро стоит, серьезно? Ого. Нифига, спасибо большое. 19 евро футболочка стоит. Короче, история о том, как больной человек выиграл соревнования. 4-3 дня назад только заболел, блин. В первый день вообще лежал, просто встать не мог. Приехал, затащил первое место. Такие вот дела. Короче, ребята, я думаю, заканчиваем на этом, потому что видос длинный получился. Так, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.